Об охране здоровья в Чувашии говорили сегодня глава республики Михаил Игнатьев и главный репродуктолог страны Олег Аполихин. В нашей республике действует программа охраны репродуктивного здоровья у мужчин и активное социальное долголетие. В этом году на нее направят 46 миллионов рублей. Михаил Игнатьев отметил, в регионе готовы внедрять новшества в сфере здравоохранения и совершенствовать методы профилактики. Олег Аполихин, в свою очередь, заметил, что Чувашия может стать пилотным регионом для ряда инновационных проектов в медицине. Так кажется, что это возможно сделать, чтобы здесь, в регионе, вот, отработать образцово-показательный пилот. И с учетом этого может привлечь федеральные средства. Также в рамках рабочего визита в Чувашию Олег Аполихин принял участие в конференции в Республиканской клинической больнице и провел открытую лекцию в президентском перинатальном центре.